Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Диванный Эксперт, и сегодня будем делать обзор, не то что обзор, просто более распаковочку, наверное. Ну и протестируем кабель DisplayPort to HDMI, то есть для чего этот кабель нужен. Собственно, для тех, у кого в видеокарте по каким-то причинам нет HDMI порта, но есть DisplayPort, и вы хотите подключить, собственно, компьютер к монитору HDMI. Либо, как в моем случае, у меня порт HDMI просто в видеокарте сгорел, но есть DisplayPort, поэтому, возможно, мне этот кабель поможет, потому как по HDMI изображение не выводится, видеокарта не определяется, но, тем не менее, она работает. Я знаю, что она рабочая. Вот. Поэтому как-то так. Поехали. Распакуем этот кабель. Ничего необычного. Обыкновенный себе такой кабелек. На одном конце DisplayPort, а на другом конце HDMI. И, скорее всего, в него какой-то конвертер цифровой встроенный внутри кабеля. Кабель работает только в одну сторону, то есть в DisplayPort втыкаем видеокарту, а этот кабель в монитор, ну, либо в телевизор, у кого что. Ну, поехали тестировать. Даст Бог, эта штука мне поможет. Ну что, дорогие друзья, и кабель DisplayPort, кабель Expert, да, DisplayPort to HDMI таки работает. Вот сейчас вы видите рабочий стол у меня. Показывает, отображает. Включено это в порт HDMI 3 телевизора. Вот, смотрите. Так, нажимаем HDMI 3. Теперь вот у нас видеокарта на компе, собственно. Вот у нас этот DisplayPort подключен. А в телеке обратный конец вставлен в HDMI порт. Вот, третий. Это второй, это третий. Во второй у меня приставка включена, вот. В третий именно этот кабель. Так что все у нас работает. Тест кабеля прошел успешно. Да, конечно, ничего не видно, наверное, было. Потому что подсветку мне уже никак не включить на камере. Но, тем не менее, кабель работает. И у кого сгорел порт HDMI, но есть DisplayPort, можете попробовать купить вот такой вот кабель DisplayPort to HDMI и пользоваться дальше. Ну, либо отнести видеокарту в ремонт. Вот, для меня это нецелесообразно. Видеокарта 1030. Вот, как бы кабелем за 200 гривен. Считай, мы ее отремонтировали. Всем спасибо, всем пока, подписываемся на канал.